Но у нас подошла к окончанию, к завершению миссионерские курсы, но это только начало. Для нас, для Царства Божьего, для миссионеров, которые окончили эти миссионерские курсы, завершили, для них это только начало. Почему? Потому что сегодня они в низком старте, и они выходят в бой. Миссионеры, приходите сюда. Мы хотим помолиться за вас, мы хотим поздравить вас. Давайте все. Мы будем все. Да, мы будем славить Его. Вадим, давай присоединяйся. Слава Господу, такая большая команда. Давайте разбивайтесь командами. Вот со своими пасторами, как вы едете куда. Так интересно, и иногда у нас спрашивают. Говорит, а сколько с вашей церкви едет команд? Ну вы же понимаете, что это команды со всего объединения нашего. Аминь. Но иногда спрашивают, а сколько с вашей церкви, с города Новосибирска едет команд? Ну я там, ну конечно, каждый год по-разному, 2, 3, 4. Но так интересно, я смотрю, команды приезжают с других церквей нашего объединения. А потом смотрю, к ним присоединяются люди еще с нашей церкви. Как-то так прилипают, я бы сказал. Кто замуж, а кто просто не замуж. Ну, может, по пути в замужество, а может быть еще. Знаешь, так интересно, но и у нас постоянно люди присоединяются миссионеры. Все вышли, слава Господу. Вы командами, да, разбились? И сейчас мы вручим им обязательно. Мы хотим, чтобы вы видели этих героев. Мы хотим, чтобы вы знали, в каких местах у нас начинается работа. Для того, чтобы вы молились, вы поддерживали. Если в каких-то городах или поселках, селах живут ваши родственники, чтобы вы могли со всей ответственностью сказать, теперь в этом городе есть церковь, краеугольный камень. Аминь. И давай, пастор, диктуй. Высотков Виктор Вадимович. Милых Нина Владимировна. Шавандина Галина Алексеевна. Карабанова Ирина Викторовна. Лукашов Алексей Евгеньевич. Лукашова Регина. Савина Олеся Сергеевна. Видите, кто-то уже по пути рожать уезжает. Басаргин Дмитрий Витальевич. Пухов Антон Геннадьевич. Чумакова Светлана Ивановна. Новиков Павел Олегович. Молниева Елена Николаевна. Цыганова Венера Зягитовна. Пятков Андрей Викторович. Литвинов Александр Николаевич. Скобельцин Денис Анатольевич. Бабич Евгений Владимирович. Шипилова Наталья Андреевна. Иус Ирина Викторовна. Сидоров Владимир Владимирович. Андреева Ксения Сергеевна. Финин Александр Николаевич. Полухина Наталья Петровна.
Полухин Станислав Викторович. Полухин Александр Вячеславович. Варнавских Иван Алексеевич. Варнавских Анна Александровна. Юрчик Александр Валерьевич. Петрова Галина Александровна. Рудаков Сергей Валерьевич. Василенко Михаил Юрьевич. Савин Дмитрий Васильевич. Попов Андрей Александрович. Бондарев Андрей Валерьевич. Горячкин Денис Юрьевич. Соломатин Дмитрий Витальевич. Евтухов Александр Викторович. Филатов Александр Валерьевич. Чураев Владимир Александрович. Миронов Олег Александрович. Локтионов Константин Владимирович. Карабанов Максим Александрович. Измайлов Юсуп Галезьянович. Стареньких Евгений Сергеевич. Юдина Елена Юрьевна. Михалкин Дмитрий Викторович. Бословяк Анна Александровна. Зорин Яков Александрович. Маляев Сергей Владимирович. Федоров Александр Александрович. Карлов Михаил Геннадьевич. Сиятовский Александр Сергеевич. Новицкая Людмила Ивановна. Новицкий Владимир Осипович. Курбанов Александр. Новгородцев Игорь Григорьевич. Горбенко Юрий Алексеевич. Устименко Евгений Валерьевич. Кудрин Валерий Саматович. Спаялов Степан Валентинович. Макеев Сергей Геннадьевич. Плавков Павел Сергеевич. Карбаинов Егор Александрович. Кунгуров Виталий Валерьевич. Трофимов Николай Евгеньевич. Слава Господу! Слава Иисусу! Давайте дадим ему большие аплодисменты. Теперь я бы хотел, чтобы пасторы, вы сделали шаг сюда вперед. И я хочу, чтобы вы сказали громко, отчетливо, куда вы едете. Хорошо? Ленинск-Кузнецкий. Горно-Алтайск. Новосибирск, Пашино. Верхоки, Маслянина. Севастополь. Оренбург. Первоуральск. Рубцовск. Саянск. Астрахань. Владимир, Владимирская область. Таиланд, Паттайя. Хабаровск. Молчаново. Пермь. Симферополь. Новосибирская область, село Сокур. Новосибирская область, Ордынск. Слава Господу! Вы запомнили, в какие места они едут? Не факт. Наверное, Таиланд, Паттайя запомнили, да? Сразу, о, такие эмоции, возгласы.
Друзья, ну что, по крайней мере, вы услышали. Я думаю, вы услышали каждого. Я хочу, чтобы у нас Злата поднялась, секретарь объединения. Вот, нам повезло то, что она живет в нашем городе. Повернись вот к людям, повернись тоже, посмотри. То есть, поэтому, если вам нужно узнать, где, в каком городе есть наша церковь, вы можете всегда подойти к ней и задать вопрос. Также получить адрес, получить телефон. Если даже вы едете проездом в отпуск, еще, чтобы вы знали. У нее также будут все данные ребят, которые выехали, выезжают сейчас. И я хочу также, чтобы мы сейчас вместе с вами, мы молились за них. Аминь. Просто это на самом деле, это честь, это почет. Аминь. Вот этим людям, которые сделали этот шаг, шаг веры. Аминь. Братья, сестры, сделайте шаг обратно к своим командам, с которыми вы находитесь. Часть людей, я знаю, вот с Новосибирской даже области, они уже уехали, они уже находятся там. Некоторые даже уже не приехали сегодня на собрание, они уже проводят собрание. У ребят, ребята также выйдут домой. В течение месяца, этого месяца, они должны уже выехать на свои места, они вернутся в свои церкви. В церквях их также помолятся за них, благословят и с миром Божьим отправят. Аминь. Это потрясающе то, что мы можем делать. Знаешь, мы можем говорить об этом очень много, но есть вещи, которые пойдут в вечность, а есть вещи, которые останутся здесь. Есть вещи, которые мы желаем, за которые мы боремся, на которые мы работаем, вкладываем здоровье и так далее, проходит какое-то время, и они испаряются. Они не имеют ничего общего с нами. Но есть то, что мы делаем, и это уйдет в вечность. Аминь. Это то, что повелел Господь. Это Его работа, это люди, это души. Аминь. Церковь, она всегда переживет, и нас с тобой в том числе. Аминь. Работа Божья. Иисус сказал, я создам церковь мою. И эти люди, они сделали этот шаг. Это ценно. Это ценно в глазах Бога. Может быть, сегодня кто-то этого не понимает. Ну, не вопрос. Кто-то понимает и кто-то ценит. Но это ценно, друзья. То, что вы делаете, это ценно. Пусть Бог благословит вас в ваших шагах. Трудитесь. Не всегда вы встретите только то, что вы бы хотели встретить. Но то, о чем я и говорил на выпускном, пусть единство, о котором молился Иисус, оно будет посреди вас. Чтобы на самом деле вы могли совершить, потому что, когда я сегодня слышу о каких-либо разделениях, я всегда говорю, это, говорю, чистой воды дьявол. Почему? Потому что дьявол, он боится единства. Когда есть единство, в этом есть сила. Аминь. В этом есть Бог. Когда мы делаем это, когда нитка скрученная втрое, когда не видно третьего, но Он есть, и Он всегда помогает, Он всегда поддерживает. Аминь. Давайте мы протянем наши руки, и давайте мы будем молиться. Господи, мы молимся за каждого брата, мы молимся за каждую сестру, мы молимся за каждую команду, мы просим Тебя, Господи, благослови их, Боже, просто храни, защищай, оберегай их, Господи, веди их, направляй, пусть Твоя слава, Боже, она будет на их жизнях во имя Иисуса. Боже, просто даруй им это единство, даруй им это дерзновение, Господи, чтобы они на самом деле были едины в Тебе во имя Иисуса. Боже, просто утверди их, на самом деле пусть они ищут Твоего, пусть они не ищут то, что они бы хотели, Боже, но то, что Ты желаешь видеть здесь, на этой земле. Боже, мы молимся о том, чтобы они приносили плод. Плод, который будет пребывать, Господи. Благослови их. Благослови каждое место. Боже святый, мы молимся о Твоем просто благорасположении в их жизнях. Мы знаем, что Твои ангелы, Господи, они будут вести их, они будут направлять их. Они подготавливают место уже туда, куда они идут. Господи, благослови их, Боже, чтобы на самом деле Твоя защита и охрана
она была на них в каждом шаге. Благослови их, Боже, как Ты был с народом израильским в столпе облачном и в столпе огненном. Мы молимся о них, чтобы Ты вел их, чтобы Ты направлял их, чтобы Твоя мудрость свыше, она была на каждом из них, Боже, во имя Иисуса. Чтобы Ты, Боже, вел их, Господи. Благослови их всем необходимым. Благослови их, Господи, на пути, как они пойдут. Благослови их. И яви Твою славу, Боже, чтобы они могли нести Твою славу по этой земле. А мы, Боже, за все и во всем мы обязуемся воздавать славу Тебе единому. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ да скажет. Аминь. Давай дадим славу Богу. Он достоин. Аминь. Аминь. Спасибо вам огромное. Пусть Бог благословит вас. Проходите с миром. А не заключительное собрание сегодня с нами. Церковь, как они выходят на свои места? И они вернутся. Поздравьте их. И церковь, драгоценные мои братья и сестры, посмотрите друг на друга. Спасибо вам каждому за то, что мы как церковь, мы принимаем их. За то, что мы служим. Даже наше расписание офиса в связи с приездом миссионерских команд, она работает абсолютно в другом расписании. Я хочу просто сказать огромное спасибо всем работникам, работницам, служителям. Просто пусть Господь благословит вас за то, что вы вкладываете свое время, за то, что вы вкладываете свои силы. И я хочу вам сказать точно, труд ваш нечетен пред Господом. Аминь. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Мы делаем это благодаря тому, что мы с вами одна команда, одна семья. Аминь. Слава Господу. Давай дадим Богу славу. Аминь. Слава Иисусу. Сейчас также я хочу, чтобы вы еще раз увидели тех пасторов, которые едут в Новосибирскую область. Поднимите, пожалуйста. Поднимитесь, вы выходили. Евгений. Евгений, Константин, где Людмила, не вижу. Да что ты будешь делать? Того, пожалуйста. Нет, 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 стойте. Обратите внимание, они едут все по Новосибирской области. Вы помните, что мы молимся за села, мы молимся за города, также в Новосибирской области. И много населенных пунктов в нашей области, которые нуждаются в том, чтобы пошли миссионеры. Помните. Будете вы туда ездить просто посреди недели, вести домашнюю группу, евангелизировать, проповедовать? Или же вы поедете туда, переедете для того, чтобы жить там? Все это приветствуется. Добро пожаловать. Но вот они, эти герои, которые идут на новые места. Поддерживайте, благословляйте, заботьтесь. Аминь. Слава Господу за вас. Аминь. Слава Иисусу. А кто помнит, что у нас 10 марта выезжает команда в Индию? На месяц, пока ненадолго. Давайте мы пригласим вас сюда, давайте приходите, мы за них будем молиться сейчас. Смелее, смелее, их не так много, как выходило до этого, но их довольно много едет. Слава Господу! Друзья, кто знает их, кто знаком с ними? Ну, кто-то знает, кто-то просто видел. На самом деле, это замечательные люди, которые сделали этот шаг, это решение. Они не едут туда отдыхать, в Индию. Они не едут на Гоа. Они едут в Калькутту. И куда второе место? Силигури и еще три города. Я их не смогу произнести. Не сможешь, да? Ну, я тем более тогда не смогу. По крайней мере, пока. И они сделали этот шаг, друзья мои. Я хочу вам сказать, что это не то, что люди, которым некуда деть свое время. Это не то, чтобы люди, которым некуда девать свои финансы. Это люди, которые решили посвятить свое время, поехать на миссию, служить детям,
помогать тем церквям, которые уже ведут свою работу. Просто быть волонтерами там. Это потрясающе. Аминь. И вы помните, что мы собираем пожертвования. Также следующее служение, заключительное. Я бы хотел все-таки, чтобы мы собирали пожертвования сообща, чтобы мы не давали пожертвования им в руки лично, чтобы мы подписывали конверты и чтобы мы отдавали на работу в Индию, чтобы мы делали. Следующее воскресенье, оно будет заключительное, после этого воскресенья они уедут. Я хотел их просто представить вам, я хотел, чтобы мы молились за них сейчас и чтобы мы молились за них, как они пойдут туда и как они будут находиться там. Друзья, на самом деле ситуации случаются абсолютно разные. Да, есть ситуации, когда реально случаются чудеса, когда Бог, Он просто, ну, моментально исцеляет людей от укусов смертоносных змей и так далее. Есть разные ситуации. Но я знаю людей, допустим, которые в миссионерских поездках получили определенного рода какую-то инфекцию, от которой до сегодняшнего дня не могут избавиться. Я общался с одной семьей, они находились 15 лет на миссионерском поле, и на сегодняшний день их дочери уже 22 года. Оно, в течение 8 лет они ее не могут вылечить от инфекции. И поэтому я хочу, чтобы мы молились. Есть разные ситуации. Есть ситуации в нашей жизни случаются, которые мы не можем объяснить, мы не можем обосновать. Я хочу, чтобы мы молились за них сейчас. И чтобы мы молились за них, как они поедут в марте. Аминь. Чтобы мы помнили это. И давайте мы помолимся за них. Господи, мы молимся за этих драгоценных братьев и сестер, за этих посланников Божии, от Твоего имени, от Твоего лица, Боже. Мы благодарны Тебе за эту команду, которая может выехать из нашей церкви. Мы молимся и просим Тебя, Боже, о Твоем особенном благословении на каждом из них. Благослови их, Боже, пусть Твоя защита, Твоя охрана, она пребудет на каждом из них, Боже, храни, оберегай их. Боже, мы также молимся о Твоем благорасположении на них, чтобы Твое благорасположение было, с кем бы они ни общались, с кем бы они ни встречались, чтобы было Твое благорасположение, Твоя рука на них. Храни, защищай их, оберегай их. Мы покрываем их Твоей святой кровью, Боже. Мы молимся о них. Благослови их, Боже, утверди их. Мы также молимся о их домах, о их семьях, которые остаются здесь. Мы просим Тебя, Боже, просто благослови их. Благослови их, пусть Твоя рука, она пребудет на их семьях и на их домах. Во имя Иисуса. И весь народ да скажет аминь. Аминь. Ну что, мы искренне рады, мы поздравляем вас. Мы рады, пусть Господь благословит вас. И мы верим, что это будет, ну, для кого-то первое, для кого-то не первое, но не заключительная поездка, это только доброе начало, поэтому давайте будьте добрыми соглядатаями. Аминь, будьте добрыми, пусть Господь благословит вас. Несите добрые вести, хорошие вести. С миссионерских полей. Аллилуйя! Давай проводим их еще аплодисменты. Поэтому даст Бог, мы пошлем много-много команд. Сотни команд, аминь, на миссионерские поля. Почему? Потому что это воля Божья. И нас меньше не станет, нас станет только больше. Аминь. Потому что мы будем выполнять Его работу. Слава Господу, друзья. Но, знаешь, рассказать вам одну смешную историю? Один мужчина приходит домой, говорит, ну такой, еще не совсем обрезанный такой, не так давно в церковь входит, такой проголодался, голодный такой, раздевается, смотрит, супруга накрыла на стол еды, там куча, все это. Он такой говорит, ух, говорит, голодный, сейчас, говорит, нажрусь, сяду, говорит, наемся. Она ему говорит, ну в смысле, ну что за слова, нажрусь, наемся, говорит, ну даст Бог и наешься. Он говорит, в смысле даст Бог, говорит, ну, вон, говорит, куча еды, говорит, куча это. Я, говорит, есть хочу, что мешает, сейчас сяду и наемся, руки помыл, сел за стол, ест.
подавился с первым куском, то есть его в больницу кое-как в чувство привели его. Все, он через несколько дней домой возвращается, жена его встречает, открывает дверь и говорит: «Ну что, милый, заходи», говорит. Он говорит: «Ну да, с Бог и зайду». Поэтому даст Бог, мы совершим большую работу. Аминь. Мы будем прилагать усилия, мы будем делать все, что необходимо. Бог благ и милость его вовек. Друзья, сегодня у нас потрясающее время. Сегодня также время, когда мы будем с вами принимать вечерю, причастие. Это потрясающе, когда мы можем прикасаться, когда мы можем приближаться к Нему посредством того, что Он доверил нам, посредством того, что Он дает нам. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы немножечко поделиться с вами словом. Я хочу поделиться. Посмотрите, друзья мои, это 15 глава от Евангелия от Иоанна, 15 глава. Здесь можно читать очень много стихов, я хочу прочитать вам буквально несколько. И начиная с 4 стиха, Иисус говорит здесь: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Я хочу прочитать еще раз. «Прибудьте во мне», Иисус говорит, «и я в вас». «Прибудьте во мне». Христианство – это не просто как бы некая добрая, хорошая религия. Я слышал там такие интересные изменения на сегодняшний день. В Чехии, в Чехословакии. То есть для местных пасторов, для местных людей, которые живут там, там даже начали такую программу государства. Начали такую программу, что если кто-то хочет начать церковь, начать служение, ему выплачивают достойную заработную плату. Достойную заработную плату ему выплачивают первый год. Второй год, ну, достойная заработная плата, не просто как бы там, как с концы с концами сводить, а хорошая заработная плата. На следующий год ему выплачивают 75% от этой процентной заработной платы, 75%. Следующему 50%, следующий год 50%, следующий 25%. И на пятый год уже считают, что все, уже церковь может развиться, может... Понимаешь, то есть... И они увидели, что это... На сегодняшний день один из инструментов, как можно оздоровить общество. Но я хочу тебе сегодня сказать, что христианство – это оздоровление, но лишь в том числе. Оно не может являться как бы вот оздоровлением, это оздоровление. Христианство – это не люди с доброй моралью. Поверьте, я смотрю на некоторых неверующих людей, у некоторых даже неверующих порой людей внутри более добрая мораль, даже как у некоторых верующих, которым еще нужно меняться, меняться и меняться. Есть разные обстоятельства, я сегодня не об этом, но посмотрите, Иисус говорит: «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Так и вы, если не будете во мне. Цель христианства – иметь живое общение с Богом. Но знаете, как когда-то Кеннет Хейган, он говорил интересную такую вещь. Он говорит: почему мы, христиане, говорит, очень часто оказываемся только на середине дороги, тогда, когда мы переходим из одной обочины в другую. Мы тогда только пересекаем середину. То есть у всего есть середина. Некоторые христиане, они говорят, что самая главная цель – это освящаться, это вот иметь близкие взаимоотношения с Богом. Да, 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 но знаешь как? Будет видно, что мы имеем общение с Богом. Знаешь как? Он говорит: «Я есть лоза, вы ветви», 5 стих. «Кто прибудет во мне, и я в нем, тот приносит много чего». Скажите громко, друзья, чего он приносит? Что он приносит? Аминь. Он приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего, он говорит. Мы не можем принести много плода. Скажите, друзья,
А можем ли мы посадить картошку и ее иметь? Вырастить, кушать? Можем? Можем. Можем мы прибраться дома? Ну да, исходя из этого анекдота, даст Бог, и сможем. Аминь. Но посмотрите, здесь интересный такой момент. Он говорит, кто не пребудет во мне, я есть лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Божья воля, чтобы мы приносили плод. Божья воля, чтобы мы приносили плод. Но так интересно, что у некоторых людей, у них вдруг сбивается какой-то курс, у них вдруг сбивается какой-то якорь, и они вдруг думают, что плод, это тоже плод, это отражение Божье в моей жизни. У меня вот крутой бизнес, у меня вот крутая машина, а я сейчас могу позволить себе обновить еще машину, а я могу сейчас позволить себе сделать то или другое, третье, пятое, десятое. Но Иисус, Он говорит дальше, в 8 стихе, Он говорит, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Уже чуть-чуть некое такое еще большее понимание, такое постепенное большее понимание. Оказывается, что означает плод? Плод это не просто там, меня Бог благословил, знаешь, ни у кого картошка в этом году не выросла, а у меня выросла. Знаешь, это как стоят, разговаривают несколько евреев, и каждый там рассказывает одно другому, и один говорит, я вам, говорит, сейчас расскажу такую историю, представляете, говорит, вы знаете же, у них шаббат, суббота, все, нельзя ничего абсолютно делать. Он говорит, представляете, говорит, иду, говорит, валяется кошелек, шаббат, говорит, нельзя ничего делать, нельзя ничего поднимать, нельзя. Он говорит, я, говорит, представляете, молюсь. И говорит, кругом шаббата, вокруг меня четверг, говорит. Понимаешь? То есть это не то, чтобы нигде нету, ни у кого здесь чего-то нету, а у меня есть. А у меня все классно, а у меня картошка выросла, а у меня там все замечательно. То есть, представляете, всех соседей по стояку затопили, а до меня вода не дотекла. Да, это хорошо, это здорово, это Божья защита, которая есть в нашей жизни. Но посмотрите, друзья мои, что он говорит. Он говорит, если будете моими учениками, то есть что-то есть большее. Это не речь не идет, а просто каких-то там плодах непонятных, которые мы съели, забыли, которые пропали. Знаешь, как... Ну, я часто говорю, что даже в моей жизни были такие моменты, что я думал, классно, вот бы, приобрести эту вещь. Но спустя некоторое время проходит, и ты уже, ты вроде прилагал усилия, чтобы иметь эту вещь. Но спустя некоторое время тебе эта уже вещь не нужна, она уже изношена. Но, может быть, ты порой ругаешься с мужем, ругаешься с женой, чтобы добиться этого, чтобы сделать этого, чтобы иметь это в своей жизни. Может быть, ты портишь отношения с каким-то своим начальником, с кем-то еще портишь отношения. Потом спустя некоторое время проходит, этой вещи нет уже. Она не имеет никакого смысла, а отношения испорчены. А отношений уже нету. Но посмотрите, друзья мои, что же он говорит дальше? Он говорит в 16 стихе, эта же глава. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Он говорит, чтобы вы шли и приносили плод. И дальше он говорит, и чтобы плод ваш пребывал. Скажи вместе со мной, скажи, пребывал. Скажи еще раз, пребывал. Дабы чего не попросите от Отца, он говорит дальше, во имя мое Он дал вам. Представляете, пребывающий плод, это то, что переживет нас. Пребывающий плод – это то, что приносит доброе благоухание Богу. Скажите, друзья мои, вот Ветхий Завет, мы читаем с вами Ветхий Завет. В Ветхом Завете были жертвы, которые возносили благоухание Богу. Я хочу задать вам сегодня вопрос. Скажите, сегодня есть такие жертвы? Есть? Есть. Аминь. Жертвы есть, просто это не сожженные тельцы и овны.
это наши плоды, которые мы делаем, что, когда мы что-то делаем, чтобы Его Царство, оно распространялось и расширялось здесь, на этой земле. Когда мы на самом деле приносим пребывающий плод, плод, который переживет нас, который останется, понимаешь, который на самом деле будет приносить благоухание Богу, это измененные люди. Так интересно, друзья мои, Иисус в Евангелии от Луки, посмотрите, давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки, 10 глава. И Он говорит здесь, после сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало, и так молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Посмотрите, что он говорит. Он говорит, итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть, посмотрите, друзья мои, он говорит о чем-то большем. Он посылает их, он говорит, молите Господина жатвы. Мы сегодня молились за тех людей, мы молились за команды, которые едут в новые места. 16 новых команд. Сегодня мы молились за команду, которая едет на краткосрочную миссионерскую поездку в Индию. Мы молились за них, то есть мы молимся не просто, что вот когда-то кто-то пойдет, но мы видим уже сейчас, люди идут. Сегодня, благодаря каким-то людям, которые молились за меня, сегодня я и стою, и проповедую здесь. Сегодня, когда-то кто-то молился за тех людей, которые проповедовали мне. И эти люди пришли и проповедовали мне. Понимаешь? И сейчас, сегодня я уже стою и проповедую. Это принцип Божий. Он говорит, молите Господина жатвы. О чем? О каком же пребывающем плоде говорит Бог? О каком пребывающем плоде говорит Иисус? Чтобы он пребывал, чтобы он оставался. Это распространение Его Царства. Это люди. Это души. Это распространение Его Царства. Это то, что Он говорит. Итак, идите и научите все народы. Так интересно, что порой нам кажется, что когда Иисус говорит о плоде, Он говорит, может быть, о плоде там, ну, а в плоде в моем бизнесе, о плоде в каких-то моих материальных вещах. Но так интересно, если вы прочитаете внимательно 15 главу, он говорит, чтобы вы приносили и тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. Он говорит, молюсь, чтобы вы приносили много плода, и плод ваш пребывал. А после этого он говорит, чтобы если чего не попросите во имя Его, то бы Он дал вам. То есть порой мы берем, мы ставим все, как бы, ну знаешь, как есть такое выражение, да? Телегу впереди лошади. Порой мы хотим, чтобы плод приносился, плод приходил в нашей жизни только тогда, когда в нашей жизни уже будет все хорошо. Но если мы с вами посмотрим апостола Павла, он говорит, но во всем являем себя как служители Божьи. Друзья мои, во втором послании к Коринфянам, 6 стиха, 2 послание к Коринфянам, 6 глава, с 4 стиха по 10 стих. Я не буду сейчас это читать. Просто вы можете записать, вы можете посмотреть. Что он говорит, что но во всем являем себя как служители Божьи. Во всем, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, среди каких бы проблем мы ни были, мы являем себя как служители Божьи. И Божье благословение приходит в наши жизни. Аминь. Не наоборот, что сначала пусть в моей жизни все изменится.
и тогда я буду являть себя как служитель. Пусть в моей жизни все изменится, пусть в моей жизни, ну вот, уйдет всякая зависть, пусть в моей жизни уйдет разочарование, пусть в мою жизнь придет полнота в каждую область, и потом я буду служить. Нет, он говорит, но во всем являем себя как служители Божьи. Сколько раз я задумывался на эту тему, и я думал, если бы первое христианство по какой-то причине у них бы сбился бы фокус, у них бы сбилась бы цель, что мы должны делать, ради чего мы здесь, на этой земле, где бы мы сегодня были, где бы мы сегодня находились. Я хочу просто ободрить тебя, я хочу вдохновить тебя. Почему? Потому что, когда мы с вами читаем первый псалом, кто помнит первый псалом вообще? Там говорится о некоем дереве, которое посажено в правильное место. И об этом дереве говорится, что оно приносит плод во время... Оно приносит плод во время свое. Оно плодовито, оно приносит, знаешь. Но когда ты сегодня смотришь на некоторых людей, ты диву даешься, знаешь, они постоянно живут каким-то завтрам. Завтрам. Завтра я начну делать, завтра я начну служить, завтра я начну ходить на домашнюю группу, завтра я начну, завтра. Я когда-то прочитал такое интересное выражение. Вчера ты тоже говорил завтра. И мы живем эти завтраками, мы кормим кого-то завтраками. Но более того, мы можем кормить себя завтраками. Но в Боге есть абсолютно все. Понимаешь, в церкви Его есть полнота. Я на 100%, я сегодня говорю это многим людям, даже без какого-либо сомнения, я знаю, что Бог совершит в твоей жизни потрясающие вещи и потрясающие чудеса. Если ты сегодня начнешь делать то, что Он тебе говорит. Если ты не будешь ждать завтра. Если ты не будешь ждать завтра, когда ты начнешь служить. Когда ты начнешь посещать домашнюю группу. Когда ты пойдешь на миссию, если Он тебя призвал к этому. Но к миссии Он призвал каждого, скажи каждого. Просто миссия, она для каждого человека разная. Он говорит, в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. То есть даже до островов Фиджи. И даже до края земли. Я знаю, что здесь есть множество миссионеров. И в вашей жизни будут происходить потрясающие вещи. Вы молитесь сегодня, вы говорите, Бог, я хочу видеть Твои чудеса. А Бог говорит, я жду, пока ты начнешь идти. Я жду, пока, когда ты начнешь делать эти шаги, чтобы совершать чудеса в твоей жизни, чтобы совершать чудеса через твою жизнь. Аминь. Аминь. Посмотрите, друзья мои, Евангелие от Матфея, 6 глава. Не-не-не, 7 глава, извиняюсь. 7 глава, ну 16 стих. Посмотрите, что говорит Иисус. Он говорит, по плодам их узнаете их. По плодам их. То есть по плодам, друзья мои, не по каким-то там вещам, не даже по уровню проживания. Плод, мы уже с тобой поговорили, это нечто другое. Это так вот, чтобы возбудился. Я смотрю, некоторые уже такая музыка играет, такая хорошая, добрая. Такое некое умиротворение приходит, даже некий дрем начал посещать. У Бога есть для тебя потрясающие вещи. Аминь. Бог хочет совершать через тебя потрясающие вещи. Бог хочет, чтобы мы начали эти шаги, чтобы мы начали понимать, что плоды – это то, что расширяет Царство Божье. Аминь.
Это то, что расширяет Царство Божие. И он говорит, по плодам их узнаете их. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. 20 стих. И так по плодам их узнаете их. По плодам их узнаете их. И по плоду мы уже с вами поговорили, что есть плод. Я хочу, чтобы у нас время, оно стремительно убегает, у нас сегодня еще причастие. Я хочу, чтобы вы склонили свои головы так, как мы сидим на своих местах. Не поднимайтесь. И так вот, как вы находитесь сейчас со склоненными головами, я хочу, чтобы мы вместе с вами молились. Господи, мы молимся, я молюсь за каждого брата, за каждую сестру. Я молюсь за каждого, кто смотрит нас в онлайне, кто будет смотреть в записи. Я прошу Тебя, Боже, благослови каждого. Благослови, как Ты сказал, Господи, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Твою. Мы стоим на этом обетовании, на этом слове, и мы хотим быть на самом деле Твоими делателями. Мы молимся за новых делателей, мы молимся за новые спасенные души, мы молимся за новых людей, но мы также молимся за себя, чтобы быть Твоими делателями, везде, где бы мы ни были, чтобы быть Твоими представителями, чтобы быть Твоим светом, чтобы быть Твоей солью, Господи. Благослови каждого, укрепи, Боже, просто дай нам эту возможность и привилегию видеть Твои плоды, видеть Твои дела, которые Ты совершаешь через наши жизни. Видеть Твою славу, Боже, просто благослови каждого, укрепи, Боже. Яви Твою славу, даруй нам это дерзновение. Как молилась первая церковь, как молились первые апостолы, даруй нам это дерзновение каждому. Во имя Иисуса. И весь народ да скажет: аминь. Аминь.